здесь путь разветвляется. Любая из этих пещер может тянуться на много верст. Может быть, нам стоит разделиться? Хорошо, но будь осторожен, юный друг. Кто знает, какие древние твари скрываются в чреве земли? Спасибо, Карн. Удачи тебе. Я вождь. Локригар Ногал. Дабу. Духи неспокойны. Локригар Ногал. Локнорож! Твой час пробил. Локнорож! Сила и честь. Хорошо. Сила и честь. Говори, вот. Пора за дело. Чем могу служить? Не проблема. Локригар Ногал. Я вождь. Пора за дело. Чего ты хочешь? Чем могу помочь? Что нужно? Я вождь. Хорошо. Твой час пробил. Дабу. Духи неспокойны. Я вождь. Да. Она собрала! Духи неспокойны. Ну, хорош! Сила, да, и честь. Вождь. Пора за дело. Духи неспокойны. Чем могу служить? Только скажи! Пора за дело. Дабу. Сила и честь. Духи неспокойны. Приказывай. Я слышал зов. Чем могу помочь? Мудрый план. Пора за дело. Дабу. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Дабу. Приказывай. Локригар Ногал. Духи неспокойны. Я вождь. Хорошо. Твой час пробил. Да. Хозяин? Духи неспокойны. Лох хорош!
хорошо. Сила и честь. Хорошо. Да. Локригар Ногал. Чего прикажешь? Вот так. Чем могу служить? Я вождь. Хозяин. Табу. Зак-зак. Чего ты хочешь? Да. Чем могу служить? Таздинго! Окригар Ногал! Дабу. Сила и честь. Твой час пробил! Дабу. Дабу. Хорошо. Пора за дело. Дабу. Я вождь. Пора за дело. Окригар Ногал. Сила и честь. Пора за дело. Духи неспокойны. Чего прикажешь? Окригар Ногал. Хозяин. Злобу. Духи неспокойны. Хорошо. За молот Рока! Окригар Ногал. Я вождь. Никто не уйдет. Дабу. Окригар Ногал. Я вождь. Духи неспокойны. Твой час пробил! Сила и честь. Сила и честь. Хорошо. Сила и честь. Чем могу помочь? Я слышал зло. Дело. Хорошо. Локтарош! Твой час пробил! Дабу. Хорошо. Сила и честь. Дабу. Локригар Ногал. Духи неспокойны. Я Асуна, принцесса Детей Луны. Никто не пройдет дальше, пока я вновь не обрету свое сердце. Магия статуи создает непроходимый барьер. Она требует вернуть ей сердце. Но что она имеет в виду? Локригар Ногал. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Никто не уйдет. Пора за дело.
Да? Локригар Ногал! Орки! К оружию! Я вождь! Сила и честь! Хорошо! Сила и честь! Сила и честь! Духи неспокойны. Пора за дело. Кого убить? Так и сделаю. Чего прикажешь? Я вождь. Духи неспокойны. Чего? Пора за дело. Да. Чего прикажешь? Не на того лезешь. Пора пустить кровь. Я вождь. Дабу. Пора за дело. Куда пойдем? Ладно. Локригар Ногал. Хорошо. Локторож! Сила и честь. Самолот Рока! Странно. Не припомню, чтобы в этой местности встречались овцы. Как для орка, он весьма умен. Это ловушка! Защищайтесь! Хорошо. Хорошо. Я вождь. Дабу. Пора за дело. Никто не уйдет. Сила и честь. Хорошо. Локторож! Сила и честь. Локригар Ногал. Я вождь. Духи неспокойны. Кого убить? Пора за дело. Хорошо. Твой час пробил. Локригар Ногал. Дабу. Гарпии едва не убили это несчастное создание. Похоже, они охотятся за его сокровищем. Давайте перебьем их всех и заберем его себе. Я вождь. О, хорош! Духи неспокойны. Самолот Рока! Хорошо. Локригар Ногал! Куда пойдем? Пора за дело. Я вождь. Локригар Ногал. Духи неспокойны. Пора за дело. Это существо охраняло волшебный амулет. Возьму-ка я его себе.
Я вождь. Дабу. Хорошо. Сила и честь. Вот твое сердце, Асуна. Пропусти нас к оракулу. Пора за дело. Похоже, это призрачный мост. Но где магический самоцвет, питающий его энергией? Может быть, Керн найдет его? Ноют старый гость. Смелее, юное создание. Ишну, пора. Несомненно. Я вождь. Хорошо. Надвигается буря. Смелее, юное где создание. Враги? Смерть врагам Орды. Ноют старые кости. Не ожужь, Амен. Где враги? Надвигается буря. Ишну, пора. Локригар Ногал. Сила и честь. С нами, Мать-Земля. Сматываемся отсюда! Нет, не сюда! Надвигается буря. Ну что? Ноют старые кости. Несомненно. Ишну, пора. Как же мне надоело бродить по этим пещерам. С радостью. Надвигается буря. Смелее, юное создание. За честь и славу! Недостаточно места. Ишну, пора. С радостью. Несомненно. С нами, Мать-Земля. С радостью. Ноют старые кости. Ишну, пора. С радостью. Несомненно. Надвигается буря. Ишну, пора. Смелее, юное создание. За наши племена. Немедленно. Неплохо. Ноют старые кости. Духи неспокойны. Смелее, юное создание. Ну что? Немедленно. В яме полно свинобразов. Похоже, они охраняют какой-то самоцвет. Неплохо. Немедленно. Ну что? За наши племена. Неплохо. Где враги? Надвигается буря. Ну что?
Немедленно. С нами, Мать-Земля. Враги. Ну что? Надвигается буря. Где враги? Смелее, юное создание. С нами, Мать-Земля. Не ожушамен. Несомненно. Ишну пора. Не ожушамен. Несомненно. Ну что? Где враги? Я... Ну и старые кости. Смелее, юное создание. Что нужно? С нами, Мать-Земля. Ишну пора. Несомненно. Надвигается буря. Где враги? Ноют старые кости. С радостью. Умри достойно! Ишну пора. Несомненно. Ишну пора. Надвигается буря. Не ожушамен. С радостью. Ишну пора. Ну что? Несомненно. Не ожушамен. Ишну пора. За честь и славу. Не ожушамен. С радостью. Умри достойно! Не ожушамен. Несомненно. Что нужно? Смелее, юное создание. С радостью. Ишну пора. На нижней грани самоцвета что-то написано. Ага, это камень духов из пещер каменного когтя. Если легенды не лгут, с его помощью можно восстановить мост, ведущий к оракулу. Надвигается буря. Духи неспокойны. С нами, Мать-Земля. Ну что? Я вождь. Смелее, юное создание. С радостью. Несомненно. Что нужно? Ну что? За наши племена! Немедленно! С нами, Мать-Земля! С радостью! Надвигается буря! Не ожушамен! Ишну пора! С нами, Мать-Земля.
Где враги? Надвигается буря. Не ожужь, Амен. Ну что? Ноют старые кости. Надвигается буря. С нами, мать земля. С радостью. Несомненно. Ишну пора. Не ожужь, Амен. С радостью. Статуи оживают. Защищайтесь. Неплохо. За наши племена. Смерть врага. Милее, юное создание. С нами, мать-земля. Ишну пора. Не ожужь, Амен. Несомненно. Ишну пора. Ноют старые кости. Ну что? Немедленно. Неплохо. Надвигается буря. Не ожужь, Амен. Что нужно? За наши племена. С нами, мать-земля. Что? Надвигается буря. С радостью. Не ожужь, Амен. Ноют старые кости. Ишну пора. С радостью. Несомненно. Что нужно? Смелее, юное создание. Ишну пора. С радостью. Призрачный мост. Все как в легендах. Путь к Оракулу открыт. Юный вождь. Тебе нужна моя помощь? Орки! Я так и знала, что кто-то следует за нами по пятам. К оружию! Прекратите! Здесь нет места насилию. Этот голос... Ты не оракул. Ты пророк. Ты очень наблюдателен, сын Дуратана. Да, я пророк. И теперь, когда я собрал вас здесь, я расскажу, что готовит судьба. Что здесь происходит? Трал, это Джайна Праудмур. Она ведет уцелевших лордеронцев. Уцелевших? Что ты хочешь этим сказать? Наступление Пылающего Легиона уже началось. Лордерон пал, и теперь демоны готовят вторжение в Калимдор. Только вместе, объединившись против сил тьмы, вы сможете спасти этот мир от огненной погибели. Объединиться с ними? Ты в своем уме? Ты меня слушаешь? Легион собирается уничтожить все живое. Трал, твой друг Адский Крик уже покорился воле демонов. Погибель грозит всем, и тебе, и ему, и всему вашему народу. Нет, я не допущу этого. Тогда ты должен как можно скорее спасти Адского Крика. Он ключ к вашей судьбе. Но тебе понадобится помощь. Постой, это же безумие.
Неужели ты думаешь, что я... Судьба не ждет, юная чародейка. Пришло время сделать выбор. Ради всего живого Альянс должен объединиться с Ордой.